Всем огромный привет из Санкт-Петербурга. Давали голоса в пользу различных российских наставников. В итоге лауреат. Тальера, Сыракович в стартовом составе вместо Нино и Кассьера появляется в центре, которого заявки сегодня нет. Судейская бригада на ваших экранах, с ней тоже подробно еще познакомимся, как и с капитанами. Собственно, они друг с другом сейчас уже не впервой видятся. Александр Катай, это капитан Цервена Звезды. И ребята, которые тоже сегодня получили место в заявке, главные тренеры друг друга. Но при этом еще впереди матч против Тальерас. При этом, если Зенит сегодня... Можем вместе посчитать. 4, 3, 2, 1. Погнали, друзья! Поехали! Винлайн летний кубок продолжается. Зенит здесь и Далсию под 22-м номером. Здесь и атака Цервена Звезды первая. И старый добрый знакомый не Зенита, но вообще всего российского футбола Хван Инбом, которого я как раз хотел представить 91-м номером. Ну и главный тренер команды Владан Милоевич. Нарушение правил на страйке. Много. Еще и солнце выглянуло вот здесь сквозь крышу. Оно видно. А вот смотри, что творит Мостовой. Мостовой как обыграл защитника. Во-первых, гениальную передачу на него, по-моему, сделал именно Глушенков. Как они сработали сейчас. Два фланговых футболиста. Вот давайте смотреть. Глушенков спустился к центру поля и супер выходит в матч первым. Другие во втором. Клаудиньо готовит удар. Хороший! Это не хороший. Это замечательный удар. Клаудиньо как укладывает мяч под дальнюю штангу и отправляется праздновать с болельщиками. Настроение бразильское у Клаудиньо. Идеально разбирается на 5-й минуте. Он так прицеливался, примеривался аккуратно-аккуратно. И как только вот эта мушка совпала с дальним нижним углом, он туда и пальнул. А посмотри, тут под каким давлением вынужден играть, да, Цервена Звезда. И в результате Огнан Мимович как раз под этим давлением ошибся. Неплохо так покомбинировали, да, друг с другом. Здесь Кассьера, Клаудиньо. А теперь нужно уже поработать и в обороне, потому что здесь полетел вперед соперник. И все, Квендал здорово уходит через центр поля. Сразу от двух уже соперников, как положил на газон Хван Инбома. Передача Глушенкову. Глушенков элегантно на Клаудиньо. Клаудиньо не менее элегантно. Переиграть соперника, отправив ему мяч, просунув между ног. Ну как хорошо комбинирует зенитовцы. Сантос подкатывается под него. Вернувшийся назад тот самый молодой нападающий Лазар Йованович. Вот он, это видно было. Ну это же тоже шанс попасть на карандаш, да? Алип сегодня, думаю, по поводу Алип. Алип сегодня провел полный матч против ленинградца. Вот опасный момент, удар поворотом. Это было интересно. Я думаю, что, к сожалению, так могло и произойти. Глушенков, который, как мне кажется, уже... Левич играл. Как только они поле покинули, сразу похуже стало у Цервены в матче против назначенного Милоевича. Человека, который выигрывал трижды чемпионат Сербии, который выиграл Мимовича. При этом Глушенков как аккуратненько выдает на Мостового. И слишком сильно развернулся голеностоп у Вильмара Бариоса, хотя было очень близко к очередному взятию. В следующем сезоне, в 25-м году. А Цервена 80, в 45-м году команда. А что же имени? Но Казарцев увидел, что мяч остается у сербской команды. Как Бариос вернулся и мяч отобрал. Как раз у Ивановича, просто не напрягшись ни разу, как кто, в принципе, и он прав. Какой заброс от Клаудиньо. Волков, может быть, чуть-чуть поспешил, но уже видел Кассьеру и пытался на него возбраться. Еще одна передача, вот это уже близко к истине. Чуть-чуть пролетел мимо мяча Кассьера и завершал эту атаку. Глушенков. Sigan viendo, el loco pega, Alejo, al numerar el loco pega, porque el loco es legal. Usted sí es legal, Alejo es legal, Marianita es legal.